Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Вот говорил я, что Клабхаус не доживет до рассвета. Вот и где он, этот Клабхаус? На топе голосовые чаты в телеге, ссылка в описании, кто не смотрел. И стерео. На топе ли он пока непонятно, но он точно есть и у него более миллиона скачиваний. Принцип тут тот же, что и в клубе Хауса, и в телеге. Нажимаешь кнопку, и ты в эфире. К тебе может присоединиться рандомный пользователь и начать беседу. Пока два человека беседуют, остальные могут слушать, оставлять комментарии и хлопать. Приложение под Android и macOS. Кстати, интересно, успели ли разработчики Clubhouse запилить приложение под Android до его безвременной кончины. Так, мы установили приложение, первый вход требует авторизации, пишем номер телефона, ждем смс с кодом, вбиваем код. Отлично, теперь надо заполнить данные, пишем имя, дату рождения и логин. Далее переходим к созданию аватара. Аватар будет отображаться у вас на стриме, он анимированный. Когда вы будете говорить, он будет это отображать. Настройки у аватара довольно обширные, я думаю, вы подберете себе внешность на свой вкус. Нажимаем «Далее», и он просит разрешение на доступ к контактам. Даем доступ, чтобы можно было видеть свои контакты в приложении. Далее он предлагает популярных стримеров, можете сразу подписаться или пропустить. Я пропущу, вы смотрите сами. В главном меню у нас строка поиска. Посмотрим, как это работает, скажем, Tesla. И он находит пользователей с таким логином, а также подкасты с содержанием этого слова в названии. Мы видим, сколько человек этот подкаст прослушало и его длительность. Последняя вкладка «Ближайшие эфиры» покажет результаты, если искомая фраза как-то фигурирует в названии запланированного эфира. Вернемся обратно, также на главной странице есть вкладка «Для вас». Тут высвечиваются эфиры, которые были бы интересны вам. Но так как приложение еще не знает, что мне интересно, то оно предлагает просто случайно. Ниже поиск по хэштегам, здесь отмечены популярные хэштеги. Если вам нужно что-то определенное, можно забить хэштег в поиске сверху. Далее запланированные эфиры. Как мы видим, в списке запланированных эфиров сначала идет эфир с большим количеством подписчиков, а потом уже просто по времени, и если вы обратите внимание, то все ведут эфиры уже в дуэте. Это сделано для того, чтобы случайный пользователь не попал на эфир. Также есть вкладка «Звезды стерео». Там можно увидеть популярных стримеров и подписаться на них. Это то, что мы пропустили в начале. И последнее, лучшие эфиры этой недели, это уже записи эфиров. Так, пойдем посмотрим, как это работает. Свайпаем вниз, открывается окно со стримом. Первый стрим, запись, дальше уже лайвстрим. Внизу 4 кнопки. Домик, это мы вернемся на главный экран. Вторая кнопка «Кошелек» отправляет нас на экран монетизации, это мы пропустим. Далее колокольчик оповещения, ваша активность, подписки, последние стримкасты и тому подобное. У меня пусто, потому что я пока, как и вы, только запустил приложение. Последняя иконка – ваш личный кабинет. Здесь вы можете нажать на шестеренку и попасть в настройки. Ничего сверхъестественного тут нет, можно контролировать свои подписки, настроить уведомления, во вкладке «Помощь» посмотреть инструкцию или пользовательское соглашение, а во вкладке «Как пройти верификацию» можете почитать, как получить приоритет над рядовыми пользователями, там можно подключить соцсети и выполнять другие шаги для своей популяризации. Рядом с шестеренкой есть 3 точки. Так мы можем поделиться своим профилем или просто скопировать ссылку. Записанные эфиры мы можем прослушивать с любого места, ставить на паузу или перематывать. Справа вверху есть кнопка «В эфир». Нажав ее, мы, собственно, в эфир и попадаем. Когда вы в эфире, нельзя молчать дольше 2 минут, а то вас выкинет. Когда мы слушаем чей-то эфир, мы можем похлопать, нажать на иконку с руками или оставить голосовой комментарий, нажав на микрофон. Нажав на стрелочку, можно поделиться этим эфиром с друзьями. Ну и нажимая на ники ведущих, мы попадаем в их профиль, то есть можем подписаться на них, перейти в их сторонние соцсети, если они их указали, посмотреть их предыдущие стримкасты, их подписки или подписчиков, а также поделиться их профилем с друзьями. Ну, в общем, трудно сказать, какое будущее ждет стерео. Тут есть свои ограничения, но в достоинство по сравнению с телегой я бы поставил узкую направленность. Там голосовые чаты – дополнительная фича, тут основная. С клубом хаоса даже не сравниваю, свое отношение высказал в стриме, когда бум только начинался, ссылка в описании. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и любите друг друга.
Thank you.